Сочи. Сочи будет украшать новые банкноты России, уверены сочинцы. Но для того, чтобы это действительно случилось, нужно собрать как можно больше голосов. Призывать голосовать за город-курорт решили прямо на улице. Объявленная акция «Сочи на банкноте» позволит не только набрать больше голосов, но и получить приятные призы. Прохожим предлагают сделать оригинальное фото на память. Желающие выстраиваются в очередь. Каждый уголок родного города, по их мнению, достоин стать украшением новой банкноты. Потому что это самая красивая южная столица, потому что Россия тут показала свой высочайший уровень подготовки. И такое событие нельзя просто не увековечить в памяти. Ну, Олимпийский парк, там набережная. Я там на велосипедах катаюсь каждое утро в 5 утра. Это я, если кто видит. Когда наши граждане будут брать эту купюру, Сочи будет им светить таким солнечным лучиком и улыбаться. Голосование за зрительный образ на новых купюрах Банк России объявил в июне. Сейчас всего 49 городов со своими символами борются за место на новых банкнотах. Сочи представляет главные места проведения Олимпиады. Стадион «Фишт», где состоялись церемонии открытия и закрытия зимних игр, округлогодичный курорт «Роза Хутор», центр горного кластера. Но если голосов будет недостаточно, на купюрах окажутся другие города и достопримечательности. Такого допустить нельзя, утверждают горожане. Поэтому прохожим и рассказывают, где и как проголосовать. Отдыхающие из разных регионов страны также готовы поддержать любимый курорт. Город мирового масштаба, красивый. Здесь проходила Олимпиада, и как-то прославился он как-то на всю страну, и, ну, думаю, достоин этот город. Достойный город. Среди того, что где я побывал, то как бы очень... Инфраструктура хорошая. Сейчас в самом разгаре второй этап конкурса. Фонд общественного мнения проводит опрос населения. По итогам будет отобрано лишь 10 финалистов. Третий этап стартует 5 сентября. А это значит, что у сочинцев и гостей курорта еще есть время сделать свой правильный выбор. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.